Валерия – спортсменка. Играет в брестской гандбольной команде «Виктория Бересте». Травмы в спортивной карьере – не редкость. Восстанавливаться девушке необходимо в кратчайшие сроки. Напряженный соревновательный график не позволяет болеть долго. Поэтому качественные средства реабилитации для нее – настоящая находка. Я недавно получила травму. Было сложно найти фиксатор. Посоветовали друзья, сказали, что хорошие магазины не туда обращались. Я объездила весь город, не нашла такого, и вот заехала в этот магазин, и именно там нашла его. Понравились квалифицированные там продавцы, работники, обслужили меня как нужно, подобрали мне, мы померили, все подошло, сказали, как пользоваться, как одевать. Вот, Морто Плюс, очень хороший магазин, мне понравилось. Дальше там уже буду покупать продукцию. Орто Плюс – компания особенная. Здесь представлен самый широкий выбор ортопедической продукции и товаров для здоровья. Тело человека подвержено постоянному износу и всевозможным механическим повреждениям суставов и костей, мышц и связок. Для эффективного и быстрого восстановления и предназначены ортопедические товары. Здесь можно приобрести весь спектр фиксаторов, бандажей и корсетов. Фиксаторы и корсеты, которые затрагивают различные отделы позвоночника, это и шейные, и поясничные, грудной, соответственно, вот, помогают достичь определенных целей. То есть они могут быть как лечебными при различных сложных травмах, направлены там для онкологических больных, вот, так и для профилактики, для людей, у которых идет постоянно либо сидячая работа, либо большая нагрузка на позвоночник. Салон «Орто Плюс» предлагает несколько направлений ортопедических товаров. Например, специальную детскую обувь. Ее можно подобрать для любого сезона. Все модели, а их в салоне представлено более 30, производятся только из натуральной кожи и отвечают самым современным медицинским требованиям. Это задник, продленный на внутреннюю поверхность. Это каблук Томаса, который имеет определенную форму, и он более увеличен по размеру. Это, конечно же, по внутри обуви специальный пилот, который коррегирует продольный свод у детской стопы. Хотелось бы отметить, что поскольку мы импортируем сами эту обувь, то цены на нее максимально доступные. К примеру, такие сандалии детские 60-70 рублей. Для ортопедической обуви это довольно-таки хороший ценовой уровень. В салоне представлена широкая линейка товаров для онкологических больных. Здесь можно подобрать красивый головной убор и специальное белье, экзопротезы и корсеты. Также представлен большой выбор ортопедических стелек и компрессионного трикотажа. Квалифицированные продавцы-консультанты «Орто Плюс» подберут подходящую модель, которая в действительности станет полезной. Вся продукция, которая представлена в нашем салоне, она размещена на нашем сайте ortoplus.by. Если какой-то позиции, вдруг так случилось, нет у нас в наличии, ее всегда можно заказать. Это происходит довольно-таки быстро. Мы сразу оговариваем сроки, в течение которых она может быть поставлена. Заботятся в «Орто Плюс» и о внешнем виде медицинских работников. Дизайнеры разработали для компании специальную линейку одежды и головных уборов, используя натуральные ткани и позитивные расцветки. Подобрать спецодежду в салоне можно на любой размер. Особое место в магазине отведено пункту проката. Медицинская техника для реабилитации больных – вещь дорогостоящая. «Орто Плюс» предлагает своим клиентам взять оборудование на прокат. Для этого достаточно только наличия паспорта. Еще одна особенность салона – внедрение новых технологий, таких как кинезиологическое тейпирование. Этот японский метод – настоящий прорыв в лечении и реабилитации растяжений мышц и связок в послеоперационный период. На сегодняшний день люди уже видят результат, прям какое-то как волшебство, которое делает эти тейпы. Методика позволяет избавиться от различных заболеваний, от болевых ощущений, убрать чувство дискомфорта. В принципе, практически панацея. То есть может быть использована при любом заболевании.
В салоне «Ортоплюс», который расположен на улице Стафеева в торговом центре «Маяк», внимательно относятся к запросу каждого посетителя. Без выходных и обеденного перерыва здесь работают опытные продавцы-консультанты с медицинским образованием, которые, руководствуясь рекомендациями врачей, квалифицированно подходят к поиску наиболее эффективного решения и подбору оптимального изделия. Ведь ассортимент в салоне представлен действительно широкий. Я здесь покупаю уже второй раз для бабушек. То есть первый раз мы покупали более простую, а сейчас вот немножко такая, и вот наколенники покупали, стельки, то есть часто пользуемся. Всегда вежливые продавцы и подскажут, и расскажут, посоветуют. Не надо никого убеждать в том, что здоровье проще и дешевле беречь, чем потом его восстанавливать. Компания «Ортоплюс» объединила усилия всех – врачей, производителей, партнеров и сотрудников салона – для того, чтобы сделать медицинскую помощь более эффективной, а применение качественной ортопедической продукции для профилактики и лечения максимально простым и доступным.